Здесь нет определенных стилей, нет заученных движений и строгого дресс-кода. Движения под музыку у каждого свои, и они идут из души. Это «Танец во благо» – традиционный благотворительный танцевальный фестиваль, который проходит уже 5-й год подряд. В этот раз в поддержку молодого спортсмена с проблемами здоровья. 2 года назад у нас мы поддерживали танцовщицу, которая была больна раком. Слава богу, выздоровела, была серия мероприятий по России и СНГ. По Антону скажу, что он один из бибоев молодого поколения в Санкт-Петербурге, подающим надежды. Но вот так случилось, что на тренировке он получил травму позвоночника, да, и стал колясочником. Вращение на голове, прыжки, шаги ребята делают легко и энергично, но это только на первый взгляд. Все это результат упорных тренировок, ежедневная растяжка, укрепление мышц под чутким руководством тренера. Сначала нужно тренироваться, например, есть такие специальные мягкие штуки, не помню, правда, как они называются, на них можно, например, пустить линолеум и там тренироваться, убирать потихоньку ошибки, и будет на твердой поверхности не больно танцевать. Растяжка, линолеум, чтобы размять спину, руки и голову. Спорт есть спорт. Даже при такой подготовке никто не застрахован. Антона пришли поддержать более 120 участников. Вырученные средства пойдут на реабилитацию после тяжелой травмы. Но главная поддержка для спортсмена – танец, который дарит каждый ребенок. «Танец во благо» – это, в первую очередь, не только сбор средств, это атмосфера, это позитивные вибрации, это приобщение детей, подростков к нечто большему. Что мы любим? Мы любим танцевать. Чем мы можем помочь? Танцам. Поэтому «Танец во благо» делается во благо. Здесь нет победителей и проигравших, ведь каждый пришел делать доброе дело. «Танец во благо» – это вдохновение, общение и поддержка. Полина Бахова, Николай Бирюков, телекомпания «Одинцова».